Блин, опять игра вылетела. Это какая-то жесть, блин. Ну, хорошо, что сохранилось вот на этом месте. Хорошо, что я вышел из этой деревни. Только тогда сохранение сработало. А потом зашел обратно, и она опять вылетела. Какая-то жесть. И вот где-то здесь лежит этот осколок. Он подсвечивает зеленым. Я хотел понять, как тут туда попасть. Но, скорее всего. Хотя нет. Это. Нет. Нет, нет, нет. Странно, блин. Второй раз на дне вылетает, блин. Я не знаю, что за лажа. Что у нас рядом? Пока непонятно. Серьезно, не вкупаю, как туда попасть. Что у нас тут было рядом? Покажи мне все. Вот нам сюда надо. Это вышка, это просто плац. Попробовать вот опять через эту. Что там у нас было? Сейчас посмотрим. Нет, тут у нас прохода-то и не было, да. Тут у нас было закрыто все. И тут у нас ничего не было. Блин, как вот эту открыть? Вот в чем вопрос. Ничего не происходит. Да. Что-то я в ступоре. Может отложить этот осколок на последок, а пойти посмотреть другие сейчас.
Блять, заводь фей, я там был. Ну что делать, придется. Давай, 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 по-быстрому пробежимся. Давай ты уже, блин, еле едешь. Ну и что тут у нас? Где он спрятан? Тут. Ты мои глаза. Которые ни хера не видят. О да, будь умницей, спустись, пожалуйста, в заводь фей, и тогда я принесу тебя им в жертву. Я должна дать себя убить? Когда людям начали сниться кошмары, феи шепнули мне на ушко, сейчас я что тебе в обмен на жертву топором почешу за ушком. За усердный труд я получила от них сокровище. Чудо-осколок. Так что прошу, иди в пруд. Хо, смотри. Либо я ее. Либо я ей дам денег, либо ее просто грохнуть, а либо просто сказать ей пару слов, и она все отдаст. Потому что у меня прокачана харизма. Типа я умный. Что бы вы выбрали? Давай сделаем ее просто нагнем мозгами. Феи бывают коварны. Может, осколок туманит твой разум? Мне в последнее время не по себе. Может, ты верно говоришь. Забери его у меня. Пожалуйста. Вот так вот. Живи, бабушка. Я сегодня добрый. Так. Что там следующее? А, вот этот заберем опал. По-любому опал заберем и поедем дальше. Ага, тут конец карты, типа, окей. Да, конец карты? Да, конец карты.
В принципе, да, что их убивать-то, блин? Они просто помутили рассудок с этим артефактом. И в итоге мы их будем типа спасать. Хопа-на, бля. Погнали сюда тогда. Как быстро мы на лошади до туда доедем. Минут за 3-4. Да, сейчас пойдет тупо зачистка, опять пылесосить надо. Уже тот регион. В принципе, зато будет все пройдено. И конец, наверное, будет финал. Часа на 4, на 5 общей сложности. С полной проходимостью. Если не пылесосить, то можно быстро, наверное. Почти приехали. Ну ладно. Если узнают, пощады не жди. Смотри, какой шустрый олень, а? Ну, смотри, смотри, давай, давай. Делай, как я. Делаю, как я, да. Арбалетчик, вот зараза. Его надо снять. Ладно, давай спустимся.
сохраняется. Арбалетчик, зараза. Так. Ну-ка давай, рассказывай, где осколок? Где осколок, который я ищу? Смотри, как это делается. Вот так вот. Угу. Номер 3. Номер 3. Что у вас тут есть? Что-то есть. Опять все под землей. Да вы издеваетесь? А, ну ладно, у меня еще есть. Да, дьявольщина полная, блядь. Как это сокровище? Блин, надо пройти ее потом. До того, как выйти. Я что-то в Одиссее их нашел, карты, а не искал. Что? Бля, потом... Умри. Закончил, и я не знаю. Пустят меня обратно на ту карту, чтобы найти... Сокровище или нет? Надо проверить будет потом. Смотри. А ему похер. С другой стороны, давай сейчас прочитаем, что там на карте сокровищ написано. Может, это где-то рядом. Что тут еще рядом есть? В принципе, ничего, кроме этого острова. Карта сокровищ. Сусекс Кронис. Вот. Все поняли, где это находится? Да? Блин, даже нет ничего похожего. Хотя, может быть, где-то и есть. Вот тут, скорее всего, вот эти два. Этот... Вот где-то здесь, мне кажется.
Раз, два, три. Да. В самом конце ее проверим. А пока пойдем тогда сюда. Жить будешь? Почти. Недалеко ушел. Недалеко. Не понял. Сейчас я вам устрою пикник. Ха-ха-ха. Блядь, что за кабан? Блин, это этот поджигатель. Давай, давай. Порублю на куски. Давай, бей. О, сука, попал. О. Кто там опять меня поджег? Думаешь, я в тумане не вижу? Катер хера. Так, тут чего-то есть. Я не понимаю, бля. Чего вы там сидите в этих ящиках? Один у вас. А не, он просто спит, пусть спит. Где-то с той стороны. Ну бля.
Все. Все. Тогда мы идем сюда. Блин, тут много еще интересных мест. Лодка есть. Лодки нету. Да давай ты уже плыви нормально. Бегом, бегом, бегом. Куда нам? Туда куда-то. Вон эта деревня, да. А, наверху. Наверху. Опять это догонялка. Где она у нас? Давай сначала посмотрим. Тут, наверное, тоже это догонялка. Догони меня, блядь. А нет, тут какое-то задание. Так, ну ладно, давай сначала сделаем так, что тут вот еще какой-то сундук. Куда пропали мои записи? Мой напиток был бы лучше меда. Куда пропали мои записи? Я к тебе еще вернусь, погоди. А уж в землях пиктов от него все были бы без ума.
Ісу, Горлді, Горлді, та дрихте не Вон он. И куда он нас погонит, интересно? Бля, я все просрал. Блин, ну халявный. В плане, что я половину пути просрал. Ну, пойдем спросим, что там у него с Элем творится. Все были бы без ума. Ну. Может, тебе... Прошу, уходи. У меня сейчас нет времени. Труд всей моей жизни пропал. Может, тебе... Прошу, уходи. У меня сейчас нет времени. Труд всей моей жизни пропал. Окей, нам, походу, надо найти записи, где он записывал, как готовить пивас. Давай еще эту дверь попробуем открыть. Так. Кажется, кто-то потерял важный список. Ну вот, стоит да. Стоит собрать да. То, что здесь перечислено. Пшеница. В поле под светом звезд и один светлячок. Пшеницы, где у тебя светлячок? Что ты видишь? Вон светлячки летают. Давай всех поймаем. Слышь, кабаны, вы жрете мою пшеницу? Так где еще светлячки? Мне прикалывает светлячков ловить. Ночь или что, не ночь? Где там эта записка была? Чё, колчан сколько? 350, 550. Ну, давай сделаем. Четыреста, 612. А давай полный сделаем. Будет. Да, отлично. Я же записку хотел посмотреть. Предметы.
Часть пшеницы собраны в поле под светом звезд. И давай. Куда побежал? А хер с тобой. Давай помедитируем, посмотрим, что произойдет. Или вон та пшеница еще. Нет, тут вообще непонятно, что. Подожди. Как там было медитировать-то? А. Подожди. Г, по-моему. Что-то я спеши... А, во! Ну все? Чувак, сейчас будем пиво варить. Думаю, это твои записи. Спасибо тебе. А ты не можешь собрать для меня компоненты из списка? Чё, блядь? Я создаю напиток крепче мёда. И что пах дымом? Помогай мне, ты помогаешь творить историю. Чем смогу, помогу. Ах, твою мать, блин, значит, я не все собрал. Кто там стреляет? Отдыхай, блин. Что у нас имеется? Давай посмотрим. Предметы для задания. Ах ты, елки, две части толченого ячменя. Где там второй, блин, сундук? Сундук, блин. Так, где еще такой вот? Странно. Расправь крылья, Сюнин. Вряд ли. Вряд ли, но мало ли.
Да бля. Я тебе все собрал, давай, блин, ты мне уже паришь. Думаю, это твои записи. Спасибо тебе. А ты не можешь собрать для меня компоненты из списка? Блядь, заебал. Я создаю напиток крепче меда, и чтоб пах дымом. Помогай мне, ты помогаешь творить историю. Чем смогу, помогу. Может, еще помедитировать? Там где-то. Не-а. Бля. Алло, я упал в текстуру. Бля, пиздец. Помогите. Блядь. Что там последнее было? Автосохранение 2, давай вот это. Там болото. Денис, не ходи туда. Ладно, иди ты к черту, бля. Я к тебе еще вернусь. В конце игры. Но я не знаю, где твой этот мешок. Проклятое место, наверное. Чё там птички крутят? Или нет? Тоже какой-то забыл. Детишкам тут не место! Уходите! Че, блядь? У тебя тут сокровища есть? Сейчас возьму. А потом тебе дам по шее. Для профилактики. Видимо, заперто с той стороны. Вот оно что. Вот оно что.
Зараза. Чё, где ты там? Чё, взорвать надо? Все что-нибудь в башне. Беги прочь отсюда! Или останешься здесь навеки! Блять, напугал нахуй. Сейчас пиздюлей получишь, блядь. Эйвор, блядь, сука, нахуй. Какого хера, бля, я тебя туда направляю? Чё ты разворачиваешься? Блядь. Можно ему хедшот прописать? Ну, здравствуй. О, ты не дитя. А ты вовсе не дух. Нет. Лишь старик, чей сын утонул у этих руин много лет назад. Мне жаль. Такое горе. О, да. Теперь я не пускаю сюда детей, чтобы избавить от подобного горя других родителей. Я оставлю тебя. Спасибо. Осторожнее на спуске. Ты не знаешь, где мешок с ячменем? Не? Бля, хуёво. Вот стоят три мешка с ячменем, бля. Какого хера мне дали только один? Думаю, это твои записи. Спасибо тебе. А ты не можешь собрать для меня компоненты из списка? Я создаю напиток крепче меда. И что? У кого есть ячмень, блядь? Ячмень. Чем смогу, помогу. Да.
комната! Черный Элвин Лабс. Wie das? Придется еще сюда вернуться. Даже никакой записки нет. Ладно. Тявкой. А ты тут, блядь, что делаешь? Костру подошел погреться, блядь. Ну, что за история? Почти все сокровища собрал на острове. Так, и что у меня было по плану? Где-то здесь, да. Ну давай, да, едем туда, на эту. И там карта сокровищ, по-моему, там это сокровище, посмотрим.
Здесь все кишит стражей. Нам, бля. Ну, Бальдис! Они нам тут дали какой доспех или какие штаны. Копье, прикольно. Копье Леонида. Опять внизу. И вот, подожди. Вот тут еще, да? Больно похоже на этот остров. Спорно все, но...
Нихера. Нихера. Сейчас еще кое-что потом проверим. Лестницу не видишь, а? И где ты? Припрятала все. 49 вниз. Да нету там нихуя. Еще раз. Среди этих развалин. Развалины, ну, давай посмотрим. Хера тут. Пойдем на тот остров сплаваем. Давай, форсаж. Очень все подозрительно. Потому что если смотреть,
Но не факт. Что ты видишь, Сюнин? Вон та скала, эта скала. Идем сюда и где-то. Что они тут охраняли? Ну вот добыча, да? А нет, это не то. Это не то. Это не то. Ладно, пока паузу делаем.